Оплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря 2017 года. Далее будет начисляться пеня. Своевременная уплата начисленных сумм позволит избежать возникновения недоимки. Следует помнить, что пользователь личного кабинета налогоплательщика на портале госуслуг получит единое налоговое уведомление только в электронной форме. Доставку налоговых уведомлений в почтовые ящики всем остальным налогоплательщикам осуществляет Почта России.